У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один. Они умерли от букета болезней хронических, которые у них были. Это сердечно-сосудистая недостаточность, это дыхательная, легочная недостаточность в комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать не могу даже их. И добавляется коронавирус. Коронавирус – это просто даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Еще раз обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице. Особенно у кого положительный тест на этот коронавирус. И пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю.